Здравствуйте, здесь с днем ЧК. Мы все рождением оттуда. И еще хочу добавить, что это не какой-то ведомственный праздник, а потому что безопасность государственная обеспечивается всем населением государства, касается каждого из нас. Если кто-то думает, что безопасность его собственного дома не зависит от общей безопасности, он жестоко ошибается. Многие на этом погорели и делают. Поэтому я всех поздравляю. И другие профессиональных людей, в том числе МВД наши замечательные, они что-то забыли в последнее время, что вначале они назывались НКВД, Народный комиссариат внутренних дел. Когда я их поздравляю, вот ГИБДДшник, говорит, да какой мы вам не друзья. Да тогда вас плохо учили, ваши школы и академии, откуда. И еще к тому, что я горд и счастлив, что мне довелось почти 20 лет отработать в Комитете государственной безопасности. Я полковник Комитета государственной безопасности в полной отставке. А заключалась все это, вся моя биография. Это заканчивал Бауманский институт, инженер-конструктор танков. И поэтому еще плюс всему попал, жестянщик обыкновенный, попал в комитет, куда меня пригласили. Сам не рвался, а разведки, наше мнение смотрел. 2/3 времени проработал в контрразведке, почти 5 лет. Но скажу, этого уже нет. Управление С первого главного управления. С нелегальная разведка. А тогда создавалось диверсионно-разведывательное подразделение под названием «Вымпел» для проведения специальных операций за рубежами нашей Родины, Советского Союза на то время, в особый период, ну, диверсанты, короче говоря, или по западной терминологии террористы. И один из моих учителей так и сказал, выступая давно, и письмо написал президент, что с террористами должны бороться террористы, а не кто попал, а под лозунги есть. Значит, я горд и счастлив, что там прослужил, поэтому единственное, чего извиняюсь очень, служа в контрразведке, я ни одной песни о контрразведке не написал. И вообще, мало кто не писал, очевидно, контрразведка – самое секретное подразделение Комитета госбезопасности, которое было и здесь. Никто и не интересуется, и поэтому и песен нет. Но зато было время называлось «Афганистан», когда я в составе 4-го каскада, это начало боевой операции. Не верьте, когда пишут в книгах, что именно Андропов, именно КГБ начало и продолжало 9 лет. Андропов как раз был против, потому что подразделение «Каскад», «ФАЛ», «Факел», «Зениты», ну, операция «Шторм-333» сделали свое дело, поменяли правительство. Дальше к министру обороны все претензии. Мы делали свое дело, и об этом я сейчас пою песню. С самого начала, начиная, я не буду называть, кто автор, кто своих. Извините, что песни, может быть, покажутся лишним кровавой, но политкорректности в нашем подразделении никакой не было и нет до самого окончания. А вымпел закончится тогда, когда третий раз, отказавшись стрелять и убивать собственный народ в 93-м году, он был передан подразделением в МВД. Сейчас вымпел есть, он занимается другими функциями. Но многие из тех, кто кричал на площади перед Белым, мы должны быть благодарны подполковнику Проценко, который вел переговоры о сдаче Рускова и всего этого в Белом доме. Он действительно спас. Ну, кто смотрел фильм документальный «Последний довод королей», так это про нас. Про то, чего нет. Поэтому, а я спою про то, что было. И мало кто об этом знает. Но сначала песни общего плана. Горжусь еще тем, что все песни, хорошие песни, с самого начала, с декабря 79 года и раньше, написаны сотрудниками КГБ в Афганистане, про Афганскую войну. А это про нас, про всех. 100 000 дорог позади, и снова далеко, далеко, а что там еще впереди? Дорога, 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 а что там еще впереди? Дорога, 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 ты сердце свое успокой. Напрасно, напрасно тревога, у нас просто адрес такой. Дорога, 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 у нас просто адрес такой. Дорога, дорога,
погибну до срока, останется после меня. Дорога, 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 останется после меня. Дорога, 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 100 000 дорог позади. И снова далеко, далеко, а что там еще впереди? Дорога, 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 а что там еще впереди? Дорога, дорога, дорога. Песня без хронологии. Вот в 83-м году я закончил в должности командира оперативно-боевой группы диверсионного отряда в Афганистане, а в 87-м году отправился в составе правительства делегации в Соединенные Штаты Америки. Значит, и вот, уже опять вернувшись в контрразведку, вот песня о своих впечатлениях. Никаких там нет, такие же ребята там разноцветные, как и у нас, но все. От алкоголиков до наркоманов, то же самое, на окраинных городах, черт чего происходит. Менталитет, конечно, другой. Нашего менталитета им не понять никогда, а их не нам понять вполне. Пока не с точки зрения оперативной психологии. От Кабула и до Вашингтона побродяжничать выпало нам. Корабли, самолеты, вагоны, то пожары, то вспышки реклам. Обними на прощание друга, где увидеться вновь суждено. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Расставание не повод для грусти, просто новых событий виток. И речное не высохнет устье, если будет надежен исток. И за гранью полярного круга, и в пустыне, где все сожжено. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Наши женщины пусть не стареют, ожидая нас с дальних дорог. А друзья, даже если сидеют, то не позже, не раньше, а в срок. И пока что гитара подруга с неуемной душой заодно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Что нам, старый товарищ, разлука? Мы к разлукам привыкли давно. Еще. В ходе диверсионная разведка и разведка внешняя, это все равно разведка. И вот песня называется «Майор Иванов». В какой безразличной стране, заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес. Он враг коммунизма, он в общем аскет, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет, как все за границей. Он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой, на риск каждым утром тот мистер идет. А где-то в Ростове, а
может, в Пскове, а может, на Волге. Семья его ждет, а где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге. Семья его ждет, и может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернется домой, а просто однажды придут к ним и скажут, он долг выполняя погиб как герой, а просто однажды придут к ним и скажут, он долг выполняя погиб как герой. Так какой безразличный стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Вот. Остальные, если вы разрешите, о том, что мало кто знает, и мало чего написано, о событиях декабря 79 года, живы еще люди. Вот, к сожалению, великому умер мой командир. Вымпели. Тогда он назывался отдельный учебный центр. Операции назывались «Каскад». «Каскад-1», «Каскад-2», «Каскад-3», «Каскад-4». А нас, кто знал чего-то, звали просто «Каскадеры». Но был такой КУОС. Многие знают его. Курс усовершенствования. Балашиха, наш альма-матер. И там он полагается. Вот эта песня называется «Гимн КУОСа». У нас он тоже был гимном. Но там все понятно, я не буду там ничего рассказывать. Даже сейчас спроси, а где ваш шпионский центр, Балашихи, тебя привезут чисто поле, где все это находится. Раньше было как-то секретно. Это уже под боевые подразделения. Я к тому, что Комитет госбезопасности всегда находится в состоянии боевой готовности. За нами никого нет за рубежом, кроме Родины. Вот ради Родины, не за чеченский нефть, газ и прочее, а вот ради Родины стоит жить, работать и умирать. Ой, затих у взорванного моста ГСН, груз специального значения, ГСН растаяло в мгле. Зампады, не терпящие удобства, умирает на сырой земле. Жаркая, нерусская погода застывает на его губах. Звезды неродного небосвода угасают в голубых глазах. Умирает он, не веря в сказки, сжав в руках разбитый пулемет. И к нему в набедренной повязке вражеский наемник подойдет. Подойдет, посмотрит, удивится, скинет пистолет, прищурит глаз. Скажет, много резал бледнолицей, русских буду резать в первый раз. А в России зацвела гречиха, там не бродят дикий папуас. Есть в России город Балашиха, есть там ресторанчик «Бычий глаз». По субботам и по воскресеньям люди в ресторан идут гурьбой. Среди них идут, держа равнение, парни с удивительной судьбой. Узнают их по короткой стрижке, по беретам типа балахон. Их в округе местные мальчишки называют дяденька шпион. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть им вечным памятником станет проходная.
знаю возле дурни. Если где-то гром далекий грянет, в неизвестность улетят они. Пусть вечным памятником станет проходная возле дурни. Есть еще одна песня, может кто-то ее слышал, хотя она ходит так вот незаметно, только тоже посвященная вымпелу. Написал ее человек, знающий, не афганец, не диверсант, но знающий о том, чего он поет, судит. Ну, поймете, догадайтесь. Там на нашей земле был весь земной шар, и весь земной шар – зона нашей ответственности, наших интересов. Я, например, должен был сидеть на Кубе своей группой, и все страны контадорской группы, а сверху донизу. Все. И если, да, если скажут, то мы, конечно, там, ну, знаете, догадываюсь, чего. Ну, примерно то, что с Амином, так что все равно было. Сейчас вот когда говорят, что мы пошлем, мы найдем всех, кто уничтожил самолет, найдем, а, ребята, нет, у вас инструмента такого нет, а у нас был. И много может перечислять, но их не будет. Секретная операция выкопала по всему земному шару. А этот вот песня, хорошая песня. Он был диверсантом, он дьяволом был. В песках чернокожей Анголы полковник спецназа работу любил, хоть был не в ладах с Интерполом. Полковник спецназа такой молодой, агент нелегальной разведки, в огне не сгорел, не пропал под водой за две боевых пятилетки. В огне не сгорел, не пропал под водой за две боевых пятилетки. В ущельях Паншира под серой чадрой скрывал он славянские скулы, а страха его называли чумой душманы далеких аллах. Потом Никарагуа, Куба, Фидель, потом Мозамбик, перелеты, потом в Эквадоре на наркокартель он сам поднимал вертолеты. Потом в Эквадоре на наркокартель он сам поднимал вертолеты. Полковник спецназа с холодным лицом налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом команде с названием «Выпил». Полковник спецназа был лучшим бойцом команде с названием «Выпил». В Америке Дельта, в Испании Гал, его безуспешно искали, а он в это время репешку тягал из речки на Ближнем Урале. А ночью, покинув родные места, летел он над сектором Газа. Быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. Быть может, в стране, где распяли Христа, сегодня полковник спецназа. Полковник спецназа с холодным лицом налил полстакана и выпил. Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Выпил». Полковник спецназа был лучшим бойцом в команде с названием «Выпил». Теперь, собственно, еще, почему я так две эти даты сейчас расскажу вкратце, потому что и Афганистан для меня это КГБ, и контрразведка КГБ, и Центр общественной связи последний работ тоже КГБ, и это моя жизнь, самая лучшая часть жизни, даже война в Афганистане, даже три раза я был в Афганистане, два раза как командир боевой группы, один, и еще два раза обеспечение безопасности вывода. Вот этим орденом «Звезды» наших войск, я горжусь больше всего. Гордо. Еще там написано. Командир груз специального назначения 40-го. К армии мы никак не относились, но горжусь тем, что у меня есть вот это все. А вот как начиналось? Начиналось все, в общем-то, штурмом Кабула, который, в общем-то, тоже
Комитетом государственной безопасности, бойцами АУЦа, бойцами, которые не знали, они прилетели повышать свой уровень, а их туда и в Афганистан долго. Ну вот с самого начала. А с самого начала я бы хотел начать с песни человека, которую мы называем декабристом, кто в 79-м штурмовал Кабул. Карась, вот наши знают, это такое, а скажу, что его зовут Карась. И он жив и здоров, прекрасно себя чувствует, этот Карась. В одном из городов Восточной Украины сотоварищи решили, что 20 декабря они будут праздновать День ЧК, наплевав на ОСБ Украины, которые не подчиняют, слава Богу, там. Вот. А вот эта песня. 27 декабря на носу. Можно как угодно относиться, для меня лично это день памяти. Потому что началась долгая и трудная кампания в Афганистане. Но декабристы, они сделали, вот сделали свое дело. Все, что было нужно Родине, все, что был приказ. Так вот, приближается эта дата. Мы вряд ли, не увидимся точно, поэтому я бы как бы день ЧК. Ну, тоже все равно ЧК. Афганистан. Без ЧК тут в нашей стране и за рубежом никто не жил и не дышал. Мы всегда и будем. Как одному объяснил начальнику штаба, который пытался, 2500 штыков, у меня, говорит, тут 2500 штыков, а у тебя 33 человека. Говорит, друг мой, мы есть там, где вас не было, и будем там, где вас никогда не будет. А 30 нас или 2500, это не имеет значения. Вот такая песня. Именно про число, которое штурм Кабула или... Шторм 333, вообще, кажется. В декабре зимы начало, в декабре дни рождения есть. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. Для кого декабрь начало, для кого лебединая песнь. В декабре меня кроха спросит, потирая озябший нос, папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? Папа всем ли подарки приносит в новогоднюю ночь Дед Мороз? В декабре есть еще одна дата, без отметки на календаре. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Я тебя целую, как брата, на кабульском чужом дворе. Слезы радости, вспомни об этом, и друзьям своим растолкуй, отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй. Отчего нам так дорог этот неуклюжий мужской поцелуй? Суету новогодней встречи вспомним наш боевой отряд. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Первый тост за ушедших навечно, тост второй за живых ребят. Переделка старой замечательной еще довоенной песни, но она, по сути дела, и говорит. Декабрь 79-го года. Бой гремел в окрестностях Кабула, ночь слепила вспышками огня, не сломала нас и не согнула, видно, люди крепче, чем броня. Дипломаты мы не по призванию, нам милей братишка автомат, четкие команды и приказания, и в кармане парочка гранат. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, с заревом пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним.
Вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали горы басмачи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. На костре в дыму трещали ветки, в котелке варился крепкий чай. Ты пришел усталый из разведки, долго шел и столько ж молчал. Синими замерзшими руками протирал вспотевший автомат и о чем-то думал временами, головой откинувшись назад. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, грохот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горы басмачи, как зарокотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Самолет заходит на посадку, тяжело моторами гудя. Он привез патроны и взрывчатку, это для тебя и для меня. Знаете ли, ребята, мусульмане, ваша сила в том, что мы за вас. И не надо лишних трепыханий, вы ходить на мне в последний раз. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман, рокот автоматов, взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горы басмачи, как загрохотал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Теперь почитальные зарисовки. Штурм дворца Ташбет. Заметки на броне. Очевидцы и участник этих событий. За грубость простите, война дело не политкорректное, как же предупреждал. Вся история. Начнем с Ташбета. Вот уже все давно ящики срезали, отходную провели. Парванист, ну, мягко говоря, первый на русский, это наплевать все равно. Еще более по-русски переводить не надо, все знают, что это такое откровенно. Вот уже все давно ящики связали, отходную провели, самолета ждут, а ну а нам порвани, снова не пускают, срочно нас во дворец бобрак уведут. Во дворце нас поселили мрачные хоромы, где от холода нас не спасал камин. Ну а нам, парванист, мы с холодом знакомы, и к тому же помог водкою амин. С автоматом стоим 3:12, с президентом едим плов, манты, изюм. Ну а нам, парванист, все хотят смеяться, во дворце ж, как назло, ни одной ханум. Уникальные ковры топчем мы ногами, серебро и хрусталь прочно в быт вошли. Ну а нам, парванист, мы ковры видали, и прицеленный огонь по мрамору били. С автоматом, ну а забыл. Перед сменой бьем, аж Рябинин злится, не дает стакана подержать в руке. Ну а нам, парванист, коль хотим напиться, можно водку разлить и в каменном мешке. Ну а если хотим мы повеселиться, кишмешовки попьем, лезем в Жигули. Нам тогда, парванист, в нас автобус мчится, но пуштуну не совладать с наглостью Ильи. После трудных боев долго отдыхали, скоро мы из дворца ноги унесем. Нам теперь, парванист, коли есть афгани, мы дубленками все ящики забьем.
Лишь бы далеко в Москве нас не забывали, терпеливо приказ новый подождем, а нам теперь парванист, где бы ни указали, мы любому главе бошку оторвем. Лирики мало, готов соль жизни. Но это после штурма. А сначала был штурм. Генштаб, Таджбек, генштаб, Сарандой и на краю приютившаяся там крепость тюрьма Поле Черхи. Начнем с тюрьмы, потом до дворца. А боевые друзья попросили, я спою. Поле Черхи называлась тюрьма, там храни, там содержалось огромное количество родственников Тараки, который вот был уничтожен амином, а родственники в тюрьму. Значит, имена не важны. Все равно это клички и псевдонимы, так что вообще не обязательно. Нам пришел в палатку Федя с озабоченным лицом и с прискорбием сообщил, хоть казался молодцом. Будем брать мы в чистом поле, отказаться не с руки, то ли пули, знаю только, что черхи. Хоть буржуйки дров уж нету, жарко в споре молодцам. Как же врать нам крепости? Спорим мы и тут, и там. Силы как расставить спорим? Эх, дебаты велики в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Наконец нашли решение, все расселись по местам, и теперь уже не в споре, будет жарко молодцам. Понеслись по чисту полю, ох, и стены высоки, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Вот уже ворота близко, засверкали огоньки, к нам навстречу саучицы, в них сидят их дураки. Крики вопли, рев от боли, встречи сауни легки, в этой пуле, в этой поле, в этой крепости черхи. Ладно, теперь слов не выпнем. Мы ворота залетели и задумчиво стоим. Сау же из пушки лупит по чужим и по своим. А Валерка в это время влез в фекальные силки, прямо в пуль, прямо в поле, прямо в крепости силки. Черхи, наконец, с небес спустились, оторвались от земли. Пулеметы захватили и на фарах завели. Попускаем всех на волю, казематы велики, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Ох, я не знаю как, ну ладно, это же было, это же там на войне, там грубо. А еще нашли Валерку, видим прямо под окном, правда жизнь, БМД и очень пахнет развороченным. Знаете чем, а ребятам не до смеха, захлебнуться ведь могли, прямо в поле, в этой долбанной черхи. Нам запомнится надолго крепостная эта жизнь, комендант, собачий холод, даже мать его, Азиз, поцелуй кучи теток из семейства Тараки. В этой пуле или поле, в этой крепости черхи, в этой пуле или поле, в этой крепости черхи. Простите за грубость, но я предупреждал, политкоррекции в спецназе не бывает никакой. Никакого уважения, кроме как родни, не было, друзья. Так. А вот песня такая, она характеризующая. Откуда мы там все появились? Все разные. Вот как что другой песня, со всех уголков необъятной земли. И у кого какие судьбы, вы бы знали это. Вот нарочно не придумаешь. Но вот эта песня дежурного автоматчика. Знаете, откуда узнает сейчас он, который стоит и охраняет штаб и всех боевых друзей, которые спокойно отдыхают. Прыгающий маленький патрон калибр 5.45 ВКС. Он был запрещен потом и в армии нигде, а у нас он был почему-то. Хотя 7.62 обычно гораздо лучше. А это большие рикошеты, и сразу не убьешь. Это очень... Лучше пулемет, конечно, чем снайперская. Но что было, что дали, тем воевали. Вот такая песня. Патрон был сначала со смещенным центром тягости, действительно прыгающий. Попадает в плечо, выходит там. В противоположной стороне наматываем, если все можно. Что тоже было потом запрещено, как негуманно. Ну, нас устраивает. О судьбе, которая занесла черти куда, простого, вы сейчас узнаете кого. Гуманной профессии человек, между прочим, был. И вдруг все. Холодный дождь стучит по крышам, по стеклам каплями звенит. Застыл дежурный автоматчик, на мир ночной прицел глядит. Стоит, как памятник гранитный,
А мы пристроим его длинный комбинезон, на нем защитный, под низом ватные штаны. Я люблю строение автомата, нравится мне, как стреляет он. И роднее мне родного брата прыгающий маленький патрон. Свет медузы за спиною. Медуза, судьбу злодейку уж не вскрыть. 6 лет потраченных впустую, назад, увы, не воротить. В штабе командир надежа решает, как нам дальше жить. Дежурный автоматчик Леша огнем сумеет всех прикрыть. Пока что надобности нету. Стоит он каменным столбом, приклад прижался, как собака, меж третьим и вторым ребром. Но я люблю строение автомата, нравится мне, как стреляет он. И роднее мне родного брата прыгающий маленький патрон. И роднее мне родного брата прыгающий маленький патрон. Ну, люди просят, ну что, подожди, ну все просят, но не слышу, не весом. Люди, пожалуйста. Я знаю людей по именам. Это боевые друзья и автор-исполнитель песен афганских. И просто хороший полковник РВСН. Человек похож на верстаков. 24-го года войны. Четвертого года войны. От кровавых там дальше. Дальше сам кровь пойдет, никто не хочет лучше. Весь генштаб весь в крови. Неуютен Кабул, залит болью и кровью. Не надо? Не надо. Вот такие вот интеллигенты. Ни хрена никто не имеет представления о диверсионной разведке. Все. Кровью добывается. Скажите спасибо, что в 91-м выпил и в 93-м не пошел штурмовать Белый дом. Было бы крови до хрена, но они бы взяли. Но они отказались, за что были расформированы. Вот. Ладно, не хотите про кровь, ладно. Да будем, люди просят про кровь. Там ничего. Ладно, вот такая там. Еще да. Потом я обязательно понял. Сначала одну, потом. Ну сначала про кровь. Не, подожди, мы сейчас. Подожди, ладно. Хотят, хочет народ, хочет, хотят люди. Ладно. Такая песня. Аж 16 парней. Мы в спецназ все одеты. Нету братства тесней. И вернее его нету. Отпустили усы. Мы здесь все иностранцы, хоть чедру ты носим, не похож на афганца. Слышишь, брат, тарарам, 6:15 начало, 46 килограмм, как сигнал прозвучало, и пошли полоскать с чердака и домхода, смерти нам не искать. Нынче смерть вошла в моду. Завалили Якуба, повязали министров. Было тяжко и грубо. Вот бы спирта канистру, но военный трофей лишь бутылочка скотча. Борода всем налей, даже тем, кто не хочет. Но военный трофей лишь бутылочка скотча, борода всем налей, даже тем, кто не хочет. Стало ясно теперь, нам судьба благосклонна, крови нету потери, мы уходим холодной. Хоть генштаб весь в крови, мы пред Родиной чисты, ты за смерть, за кровь не кори. Нас просвет этот мглистый, хоть
генштаб весь в крови. Мы пред Родиной чисты, ты за смерть не гори. Нас рассвет этот мглистый, вот горячка прошла. По садам мы гуляем, о Сибири родной, и о милых мечтаем. Не забудем Кабул, тот декабрь не забудем, как бы ветер ни гнул, верны братству мы будем. Ну и другую еще последнюю. Так, вот и да сейчас, да подожди ты, я такой. Крови же хотел, народ жаждет крови. Народ жаждет любви, это про любовь песня. Не надо про любовь. Любовь и кровь. Ну, морковь еще рифмуется, а чего, все рядом. Свекровь еще тоже, ну это хороший человек. Это же мать жены, как же можно свекровь любовь с кровью, не важно. Вот такая песня. Очень хорошая песня, это песня о душе, чего петь-то там? О душе спецназовца Комитета государственной безопасности. Здесь под небом чужим, под кабульской лазурью, слышны крики друзей, улетающих в далях, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши, по России печалях, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши, по России печаль, день и ночь безразлучно, с боевым автоматом, пистолет под ремнем, как братишка родной, ах, как хочется здесь обложить землю матом, слезы радости лить над родимой землей, ах, как хочется здесь обложить землю матом, слезы радости лить над родимой землей, над зенитом судьба очень крепко связала нам в зените друзей. Не забыть никогда, расплескали мы крови по Кабулу немало, и придется еще, коль возникнет нужда. Расплескали мы крови по Кабулу немало, и придется еще, коль возникнет нужда. И вернувшись домой, не забудь эти встречи, прилетев, не забудь, как вершили дела. Не забудь ты друзей, не забудь ты их плечи, их поддержка тебе счастью бой принесла. А здесь под небом чужим, под кабульской лазурью, слышны крики друзей, улетающих в далях, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши, по России печалях, как хочется мне, заглянув в амбразуру, пулеметом глуши, по России печаль. Крови, ладно, только не забудьте, ценой крови иногда и жизни оплачивается свобода. Непролитая кровь, не пролитая в 91-м, 93-м, это пролитая кровь в Афганистане. Потому что не надо быть большим мудрецом и политиком, чтобы четко очень... В 89-м закончилась война в Афганистане, в 91-м произошло то, что уже произошло. И с тех пор только хуже и хуже. Дорогое было удовольствие, но Афганистан был нужен. И там, это замполит, интернациональный долг. Никакого, Крючков, провожая наш последний человек, как бы сказал, никакого интердолга. Вы не на дядю едете работать, а на родину. Это работа с позиции третьей страны против другой, с позиции Афганистана по третьим странам. Диверсионная разведка или разведка специального назначения. А лирика была, несомненно, и любовь была.
любовь выше крови. Так, тогда вот такой песня про любовь. 24-го года войны. Это с 82-го на 83-й год были живы друзья мои, многие из вертолетчиков, а лучшие друзья наши были вертолетчики. Вот Сашка всем счет привет собрался. Доехал и благополучно прописывается в России со всей семьей, с Украины. Это был вертолетчик, боевой вертолетчик в прошлый раз был. Значит, вертолетчик. Не слышу, не весу, кружится снег над крышей, затянут в облака. Полночный небосвод звучит случайный вальс над модулем притихшим, и по его мотиву уходит старый год. Звучит случайный вальс над модулем притихшим, и по его мотиву уходит старый год. Что было в том году, дороги, да дороги, да скрежет на зубах горячего песка, да новые друзья и старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска, да новые друзья, да старые тревоги, да мины под ногой, да пули у виска. С гвоздя гитару снял усталый вертолетчик, настроил в унисон за городами души, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружило, и добрый старый вальс среди афганской ночи, и мысли, и сердца, и звезды закружило. Плывет, качаясь вальс над древними горами, не слушая войны, не ведая границ, мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Мы грезим наяву любимыми глазами, пожатием нежных рук и шорохом ресниц. Пусть голос твой хрип, фальши, кончающийся год не зарастет бульон. Играй, пилот, играй о том, что будет дальше, а мы тебе сейчас тихонько подпоем. Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на погоне незнакомая ваша рука. След тревог спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Хоть я с вами совсем не знаком и далек отсюда мой дом, я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Ну скажите хоть слово, сам не знаю о чем. Слышим невесом ложится снег над крышей, затянут в облака полночный небосвод, звучит случайный вальс над модулем, и по его мотиву приходит Новый год. Спасибо. Браво.
вас, спасибо. Была написана серия писем, неотправленных, значит, писем на родину, скажем так, любимой женщине, жене, там, кто был, матери. «Этот мир без себя» он называется. Афганская песня. Действительно, мир удивительный. Я сел в горах, я потом спою, кстати, про горы удивительные. Там все удивительные. И удивлялись, что мы там есть вообще, там местные жители. И, собственно, из-за войны, черт. Ведь это наши горы, ну и наши тоже, у нас там интересно. Ну, не важно. Вот такая песня. «Этот мир без тебя». Просто серые скалы, от палящего солнца не спрятаться в тень. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Здесь душманские буры стерегут перевалы, и в тревожных рассветах рождается день. Этот мир без тебя перечеркнут ракетой, и погибшим друзьям не закончился счет. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем-то еще. Здесь измерена жизнь пулеметной лентой, караванной тропою и чем еще. Этот мир без тебя, после рейда усталость, недописанных писем, скупые слова. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, но по-прежнему в сердце надежда жива. Здесь в сердцах уживаются ярость и жалость, и по-прежнему в душе надежда жива. Этот мир без тебя неизменен и вечен, мир нежданных разлук и случайных встреч. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Здесь ремни автоматов врезаются в плечи, и звучит иностранная, странная речь. Этот мир без тебя, он разорван войною, эхо выстрелов скачет по склонам крутым. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Этот мир без тебя все же полон тобою, и становишься ближе, далекая ты. Значит, на войне никогда ничего не знаешь. Ни в чем нельзя быть уверенным. Вот только в том, что есть задача, ее надо выполнять, и она не изменится, если, конечно, не придет отрицающий приказ. И я написал такую песню, в общем-то, недавно, просто вспоминаю, пытаюсь вспомнить то, что было 30 лет назад. Это очень сложно, потому что ощущения не те, взгляд на войну не тот, но остались боевые друзья и остались. Эта песня называется «Маршруты судьбы». Это песня о группе спецназа, которая уходит в горы очень высоко, под самые облака. И чем все это закончится, не знает, но есть приказ. Вот такой песня. «Маршрут судьбы» называется. На востоке области туман, горы занавешены туман, по горам плетется караван, нам с тобой идти за караваном, но
А пока на базе мы сидим, курим в ожидании командира. Горький военторговский помир, упрыг григорного помира, где на маршрутах судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе, где на маршрутах судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Генералу вызван командир уточнять маршруты и задачи, а мы сидим, глядим на этот мир. Наш маршрут еще не обозначен. Вот такая, братцы, постарались. На войне есть тоже постарали. Занесло ребят в такую даль, где они от роду не бывали, где на маршруте судьбы весовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответил. Вышел озадаченный комбат, увеличить требует БКшки, орлам, что в воздухе кружат, с высоты он кажется букашкой. Армы добычу стерегут, им орлам плевать на вертолеты, чьи турбины скоро заревут и поднимут в небо нашу роту. А там на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не ответит. Внизу раскинут сополя стеганым, лоскутным одеялом. Скудная, но все-таки земля лучше, чем снега за перевалом. Нас вертушки высадят, уйдут, прогудев натруженными винтами. И ребята встанут на маршрут к точке где-то там под облаками. А на маршруте судьбы верстовые столбы не укажут дорогу к победе. На маршруте судьбы только горы и мы, и никто ни за что не в ответе. Я горжусь тем, была одна песня написана, и то не чисто про женщину, чистую афганку, а про синеглазого Шурави, вы знаете эту песню. Я написал другую по просьбе главпора и настоянию моего друга, замечательно. Афганец там 8 лет, 8 раз заезжал. Автора книги, кто читал, кто у кого она есть, Олега Ивановича Брылева. Значит, две книги он одобрил, утвердил, которые он не принял. Но одна по просьбе, на выходе войск мне позвонили и сказали, главпор тогда, и сказали, Игорь Николаевич, вот напишите, что же там Артем Буравик писал в «Гоньке», что мы все предатели, сволочи. Напишите, говорит, мы же оставили, а мы оставили там много тех, кто был нам предан и верен, и были хорошими друзьями. И они говорили сами афганцы, да, вы уходите, а нас здесь убьют. Ну, песня такая, про афганку, значит, афганскую женщину, девушку, что-то там разберет, по возрасту, возраст не установлен, но не важно, не в том дело. Значит, история не со мной. Так что, романтично, я жалею, что не со мной это произошло. А имя девушки Махтуба. Махтуба. Звали женщину ту Махтуба. Да не женщина, просто девчонка. Как тростинка тонка и слаба. Ты тащила меня по воронкам, а потом, разорвав паранжу, бинтовала горячие раны в кишлаке под названием Анжу на колонном пути под Ахшану. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Помню, родичи, стайку твоих, к небу тянущих смуглые руки. Ты сказала одно, шурави, и они отшатнулись в испуге. А потом полевой медсанбат
и врачей утомленные лица. Я хрипел им, где мой автомат, а он не скоро теперь пригодится. Да не нервничай, все при тебе. Тут какая-то фея из сада принесла поутру в КПП пистолет, автомат и гранаты. Махтуба, словно ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Вот и все, я вернулся домой. Затянулись военные раны, только как-то смешалась с судьбой та девчонка из Афганистана. Я не помню почти ее глаз, что запомнишь в бредовом тумане. Может, кто-то другой меня спас, а может, вычитал в старом романе. Только ветер поет Махтуба и куда-то зовет Махтуба. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Махтуба, снова ветер на склонах поет. Махтуба, не нужны мне 3 года в зачет. Я пошел в ту атаку опять, только время не движется вспять. Как-то так получилось, что 3 даты еще там, мы же тут начали вот с вами, да? Война не закончена, Первая мировая. Но я хочу еще сказать, что разведчики, контрразведка. Праздник сегодня военных контрразведчиков, это та же ответ, но, по-моему, самая старая. Она была еще при царе Горохе, военная контрразведка. И достойные люди служили в военной контрразведке и там, и в Белой гвардии. Занимаюсь историей Белой гвардии, они потом служили у нас. И вот это вот хомячика, хотя отнюдь не чекисты, а просто люди военные, контрразведчики, разведчики. Я спою песню ушедшего от нас рано друга замечательного Сергея, который Гордеева, старшего прапорщика ветеранов СВО, писал замечательные песни, мы их пытаемся как-то сейчас систематизировать, но неважно. Это песня офицера контрразведки, Белой контрразведки, который попал в плен. А вот слова, ну, вы сами разберетесь, да? Эти за Россию, эти за Россию. Но когда читаешь воспоминания белых офицеров и не офицеров 26-го, 24-го, понимаешь, что же мы натворили там. Не мы и наши деды и прадеды. Потеряли лучших. Полный георгиевских кавалеров. За что? За Первую мировую. Ну, вот так. Освещается военный контрразведка. Может, не важно. Я у стенки стою, офицер полковой контрразведки, примет душу мою после залпа прицельного бог. А синицы поют, тупо прыгают с ветки на ветку, ждут солдаты в строю. 3 линейки поставив он ног, ты прости меня, Россия, за любовь мою, за веру. Был я белым Робеспьером, не щадил твоих врагов. А теперь меня схватили, наградили высшей меры. Только русских офицеров ты, чекист, сломить не смог. Он осечки не даст, механизм маслянисто послушный, пуля дура сейчас прямо в сердце ужалит меня. Но завязывать глаз мне, товарищ в кожанке, не нужно. Нынче вы, завтра вас расстреляют мои уплетения. Ты прости меня, Россия, за любовь к тебе, за веру. Был я белым Робеспьером, не щадил твоих врагов. А теперь меня схватили, наградили высшей мерой. Только белых офицеров
ты чекист сломить не смог. Мать Россия моя от меня не услышит ни стона. В этих диких краях обрету я свой вечный покой. Передайте, друзья, сыновьям ордена и погоны, пусть не дрогнут в бою за свободу страны дорогой. А я у стенки стою. Офицер полковой контрразведки примет душу мою. После залпа прицельного Бог о синице пою. Тупо прыгая с ветки на ветку, и ждут солдаты в строю, трехлинейки поставив у ног. Ой, тяжелая песня. Ладно. Только сначала одну. Ну ладно. Потом так. Это тяжелая песня, сам ее написал, и жена у меня ненавидит. Не то, что ненавидит, тяжелая песня. Ну да, ты такой любитель женщин, такой. Пусть женщины плачут, да? Я записывал, 4 часа записывал эту песню, первая кассета, первый диск в 2007 году. Режиссер выбегал на студии мелодии в Москве. Выбегал, говорит, подожди, иди, Игорь, говорит, что вы? Все женщины плачут, там сидят. А там еще акустика у них, операторы все эти. Нет ничего, я сижу. Ладно. Договорились, кровью, без крови. Ну, это все комитет госбезопасности. И мир, и война глазами офицера комитета госбезопасности. И описывает события, по части которых мне довелось быть. Прицел попал чужого пулемета. Прости за то, что в том бою не думал о тебе. В чужой стране, в чужом краю, на выжженной земле. Я жизнь любил, как никогда, в походах или в атаках. Моя звезда, твоя беда, поправка к зодиаку. Прости за лучшие года, возможные с другим. Прости за то, что никогда никто не повторим. А тот студент, соперник мой, очкарик книгачей, прости его, что он живой, а я уже ничей. Не доискаться до причин и смысла бытия. Прости, что первенец твой сын похож не на меня. Придут мои друзья покаяться за брата. Прости их, нежная моя, они не виноваты. Что не спасли, не сберегли, поверь, не их вина. Они свершили, что могли, но верх взяла война. В одной шеренге с ними я под пулями душман. Ходил в атаке за тебя в стране Афганистан. И свято верил в тот народ, который защищал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Прости мне, вражий пулемет, и что не добежал. Вообще о войне как таковой, о любой, как я ее видел. Но вот такое, с вступлением небольшим. Кто пуль, песню пули слышал хоть бы раз, поймет. Спросите каждого из нас, что в мире нет прекраснее напева, когда она сторонкой пролетела. Свою ты не услышишь никогда. Бесшумно, как падающая звезда, с последним ощущением тревоги она тебя отыщет среди многих. А потому под пулями не гнись, не удлинишь таким маневром жизнь. А надо просто двигаться вперед, сомкнуть ряды, и кто-нибудь дойдет. Вот.
песнями и земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Мы узнали, старина, как умеет петь война в Кандагаре, в Бадахшане и в Кабуле. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. Под аккорд 5:45 смерть выходит исполнять песню пули, песню пули. И рикошетя от земли пули прыгают в пыли, вон фонтанчики кому-то потянулись. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Недолет ли перелет, но кто-то жизнью оборвет песню пули, песню пули. Было дело, бой гремел, каждый честен был и смел. Мы не дрогнули, вспять не повернули, ни за деньги, ни за страх. Вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Ни за деньги, ни за страх, вот и слышим мы во снах песню пули, песню пули. Бредят песнями земля, от ручья до соловья. Композиторы в идеях утонули, но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Но однажды вышел друг нам почувствовать на слух песню пули, песню пули. Попробую разрядить обстановку полетелечным. Так, представьте себе, что когда совсем трудно, надо просто улыбаться и говорить: а я именно этого и ждал. Вот так вот, как он был. Но бывают совсем неожиданные, поэтому песня называется «Улыбка», а уж кому как повезло, в жизни виднее. Ну что, просто повеселее. Представь себе, выходим в горы. Если вам однажды перед рейдом в горы не досталась каска и бронежилет, вспомните, что где-то ходит вовсе голый, с вами в общем незнакомый снежный человек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вы с обрыва в голубые дали полетели лихо камни догонять, вспомните, что раньше вы так не летали, и, как видно, больше вам так не летать. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас в Дукане, это их супермаркет, если вас в Дукане нагло обманули, если гнев невольно сердце к вам проник, вспомните, что в вашем автомате пули, и их на все Дуканы хватит. Вспомните о них, и тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас за ногу кобра укусила, если жить осталось только полчаса, помолитесь Богу, соберитесь силой, ну и как в детстве начинайте верить в чудеса. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. Ну, укус там успели, вкололи, вызов и пошел. Последний куплет страшнее гораздо. И самый страшный последний. Женщины, ко всем вам, войдите в положение, представьте себе, на что приходится пойти от вас вдалеке. Если вам замены нету из союза, если не пускают свидеться с женой, вспомните, ребята, Робинзона Круза, как 12 лет он прожил с одной козой. И тут улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас, и хорошее.
настроение не покинет больше вас. А что делать? Только улыбаться. Значит... Конек, а Чичилов Паранжет, вспомнил? Да. Чичилов Паранжет. Да. А, да. Да, Чичилов, да. Хорошо, значит, это первое впечатление. А по Афганистану четвертом каскаде, нет, две это было, потому что, ну, сейчас скажу. Это четвертый каскад доблестный, самый большой за всю историю каскадов чекистско войсковых операций, он был в Афганистане. И вот туда я попал, к негру, то есть не к негру, а куда далеко, где четыре границы сходятся, Бадахшан, значит, и там первый раз занесло снегом. А вот впечатление. Назвали все каскадеры, это был как пароль, вертолетчики, летчики. Там, я партийный советник, зоны не надо, перегружен. Я, ребята, из КАЦА, заходите, значит, вертолетчики, друзья, вышли там. Так вот, значит, вот первое впечатление. Ну, надеюсь, все знаете здесь, Ханум, Духтар, разницу понимаете, да? Ну, это то же самое между девушками и женщинами. Эх, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор. За дувалами Ханум и Духтар, а над крышами солярный угар. За дувалами Ханум и Духтар, а над крышами солярный угар. И шаки орут с утра до темна, им с мечети подвывает мула. И слоняются весь день рафики, от базара и до Кокчерики. И слоняются весь день рафики, от базара и до Кокчерики. А это что за чучело в паранже? Двух валов гоняет вдоль по меже. Ах, эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. А эта женщина, афганская мисс, обрабатывает землю под рис. Здесь не ведая тревог и забот, в чихане чай гоняет народ, обсуждая целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем, обсуждая целый день, что почем, а душманы вроде им ни почем. А у доканщиков басмаческий вид, ободрать тебя любой и норовит. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Дать бы в лоб ему, да только нельзя, потому как революция. Автоматы заржавели давно, про войну мы видим только в кино. А из центра за приказом приказ не пускать на операции нас. Но слава богу, БТР на ходу, до Майдана как-нибудь доведу. Вертолетчики, ребята свои, их не дадут загнуться мне от тоски. Друзья дорогие, следующее наше собрание.